В Нефтекамске состоялся концерт арт-группы «Лярго», посвященный Дню жен-мироносиц. Коллектив, который состоит из солистов хора Краснодарского края под руководством народного артиста России Олега Газманова, был победителем многих телевизионных проектов. Выступление артистов прошло на площади Петропавловского кафедрального собора. Решая возродить народную традицию отмечать церковные праздники после службы гуляниями, в Нефтекамске поздравляют с Днем жен-мироносиц не только в церкви. Позвольте вас еще раз с этим праздником поздравить, пожелать вам счастья, мира, любви, веры крепкой, чтобы вы всегда были такими же преданными Богу, церкви, как и святые женщины-мироносицы. Часовой концерт состоял из песен, которые не оставили зрителей равнодушными, да и сами артисты рады были этой встрече. Хочется поблагодарить Владыку Амвросе за то, что нас пригласил в Нефтекамск, город Октябрьский. И вообще мы увидели замечательную республику Башкортостан, познакомились с замечательными людьми здесь. Удивительный народ для нас, новый регион, новое общение. Название группы «Ларго» – это музыкальный термин. Из итальянского переводится как «широко», «вольно». Искренность, мощные голоса и жизнерадостность. Визитная карточка артистов и то, что надолго запомнится жителям города нефтяников.